spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. В арсенале многих рыболовов есть приманки, называемые вибами, причем используют их как летом, так и зимой. И сегодня в нашем обзоре представлена серия безлопастных воблеров от известной и популярной компании Lucky John, дизайн которых разработан в Японии. А если быть более точными, вышедшая недавно самая крупная на данный момент модель. Давайте поближе ее рассмотрим. Название VIP происходит от сокращенного слова vibration, или как у нас достаточно часто называют приманки такого класса, ратлины. Геометрию корпуса разработчики оставили без изменений. Он достаточно точно имитирует некрупную рыбешку. Тело в сечении почти треугольное, где основание – это брюшко, а вершина находится на спинке. Такое строение позволяет создавать характерную вибрацию во время проводки. В верхней части, в первой половине, мы видим крепежную петлю. За нее привязывают леску напрямую или с использованием застежки. Но если во время рыбалки высока вероятность поклевки щуки, то лучше поставить надежный поводок. В свободном положении эта модификация занимает почти горизонтальное положение с незначительным креном вперед. Далее расположен небольшой пластиковый плавничок. И, конечно же, агрессивный прищур глаз, характерный для воблеров Pro Series от Lucky John. Как мы уже сказали ранее, представленный VIP – самый крупный вариант в модельном ряду. Его длина составляет 78 мм, а вес равен ровно 26 граммов. Это сделано для того, чтобы рыболов получил возможность для ловли на более глубоких участках водоема и даже при наличии течения. Тип ловучести отрицательный, то есть синкинг. Кстати, с такой значительной массой погружение ко дну происходит весьма быстро. Представители серии окрашиваются в большое количество цветов, около 10 самых популярных вариантов. Благодаря такой широкой гамме расцветок имеется возможность подобрать ту, которая, по вашему мнению, будет самой подходящей для хищников в намеченном месте ловли, а также с учетом освещенности и прозрачности воды. Оснащается двумя крупными тройниками, один из которых закреплен ближе к головной части, а второй находится в хвосте. Крючки прочные, острые и снабжены бородками небольшого размера. Их качество обеспечивает результативную подсечку и помогает удерживать хищника при вываживании. А удаленность друг от друга исключает взаимный перехлест. Внутри полого корпуса можно рассмотреть металлический груз. Он занимает практически всю первую половину внутреннего пространства и заканчивается за передним тройником. Никаких шумовых камер или подвижных элементов нет, а следовательно, данный воблер является абсолютно беззвучным. При использовании Lucky John VIP зимой его анимируют различными подбросами и подъемами. А если вы берете его на летнюю рыбалку со спиннингом, то в качестве проводки подойдет равномерка Stop and Go и даже классическая джиговая с касанием дна. Основными трофеями могут стать судак, окунь или щука. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.